Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юлия Тихонова, я топ-тренер Международной школы фейсбилдинга Евгении Бабник. Меня очень часто спрашивают, зачем тренировать мышцы лица, если я уже хожу на массаж. Да? Вот кто-то находит хорошего специалиста, ходит, лежит, балдеет, там курсами кто-то ходит на массаж лица. Это приносит отличные результаты, видимый эффект. И зачем же тогда вот тратить силы, время, усилия для, ну, на то, чтобы научиться делать упражнения? Давайте разберемся, когда вот у нас в теле, зачем мы тренируем мышцы тела, зачем мы укрепляем их, да, почему массажа для тела недостаточно. Потому что мы таким образом готовим мышцы к тому, чтобы они справлялись с ежедневной нагрузкой. Мышцы лица, они тоже подвержены очень большой мимической нагрузке. Изо дня в день мы улыбаемся, там зеваем, чихаем, хмуримся, жуем. И слабые мышцы лица, они просто не готовы с таким справляться, поэтому они очень быстро слабеют, теряют тонус, растягиваются, и все, лицо стекает вниз. И никаким массажем, к сожалению, вы не сможете укрепить мышцы и сделать их более выносливыми. Вот именно для этого мы должны делать упражнения. В нашей системе тренировок мы работаем с мышцами лица, используя фиксацию в каждом упражнении. То есть это единый принцип, который мы соблюдаем абсолютно в каждом упражнении. Для чего мы фиксируем? Для того, чтобы не сделать дополнительных залонов и чтобы мышца работала с нагрузкой. Тогда ваши ежедневные улыбки, чихи и все, о чем я говорила раньше, они легко переносятся, им это не сложно, они остаются в форме. Кроме того, мышцы подтягиваются, поднимаются, слегка увеличиваются в объеме, и все это вместе дает отличный эффект. И сейчас в конце я хочу вам показать очень простое, но очень эффективное упражнение, которое сочетает в себе и пассивную работу мышцы, и активную. Выполняется очень просто, я вам советую делать его всем каждый день, можно даже и по два раза, когда хочется. Оно у нас заложено изначально как упражнение для объема губ, но здесь получают активную нагрузку мышцы всей центральной части лица, которая вплетается в круговую мышцу рта, и плюс руками мы создаем дополнительно такой массажный эффект, стимулируем кровообращение, питание, вот, улучшается цвет лица и тонус. Давайте попробуем сделать это вместе. Вот пальцы вместе, руки ровные максимально, и мы просто прижимаем губы, лицо с двух сторон к костям, вот так. Старайтесь, чтобы вот здесь под носом у вас была узенькая полосочка, сантиметр и не больше, вот так. Теперь мы руками создаем сопротивление, а губами толкаем вперед. Только следите за тем, чтобы губы не к центру сводились, вот такую гармошку, да, а толкайте губами вперед. И вы должны хорошо чувствовать здесь и щеки, уголки рта, вот все мышцы центральной части лица, которые в губы вплетаются. Давайте попробуем. Раз, два, три, четыре. 5. Губы могут синеть, не пугайтесь, это очень хорошо, вы почувствуете тепло, может быть какое-то онемение. Старайтесь выполнять это упражнение ежедневно, 30 раз, в среднем темпе, если лицо худое, то тогда лучше делать это упражнение медленно. Я желаю вам всем приятных тренировок и скорейших результатов. До свидания.